بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، темы нашего сегодняшнего обсуждения этой ночью нуждается в некоторых подробностях. بأمر يأتي شيء من تفاصيله، لكن أبدأ. Однако я начну с некой истории или с некого диалога, которая связана с этой темой. Произошла она несколько лет назад, в эти же самые дни. Пришел ко мне один из гостей этой благословенной страны и удивленно сказал мне: «Я удивлен положением людей в Медине, городе пророка, да благословит его Аллах и приветствует». В этот день, день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я удивлен тем, что не увидел ни одного проявления радости, ни одного праздника, мероприятия, связанного с этим днем, с днем рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда как Медина больше всех городов мира должна проявлять радость в этот день. أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد مولد النبي عليه الصلاة والسلام بينما كثير من в то время как другие города в эти дни отмечают مولد пророка да благословит его Аллах и приветствует. Отмечают очень масштабно, бодрствуют по ночам, читают поэмы, посвященные пророку да благословит его Аллах и приветствует, бьют в барабаны, некоторые пускаются в танцы. Однако в Медине нет ничего из проявления радости в этот день, в день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В чем же причина этого? Я же ответил ему: если ты узнаешь причину этого, то перестанешь удивляться. Причина этого одна. Он спросил, какова же она? Я ответил: потому что люди в Медине любят пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому не празднуют Маулид. Он ответил: это удивительно. Я говорю: да, правдивая любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, не проявляется в нововведенческих праздниках, выдуманных в религии Аллаха. Однако любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, это следование за ним. Если ты желаешь доказательства этому, то знаешь ли ты, кто сильнее любил пророка, да благословит Аллах его и приветствует, нежели Абу Бакр, Умар, Усман и Али, и оставшиеся 10 сподвижников, обрадованных раем при жизни, и остальные сподвижники, и те, кто за ними последовал во благе? Знаешь ли ты того, кто сильнее любил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чем они? И неужели ты думаешь, что те, кто пришли после них из числа поздних поколений, любят пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сильнее сподвижников? Он ответил: нет, сподвижники не отмечали этот день, табиины, ни один из них не отмечал этот день. А все эти праздники появились только после этих трех поколений. После того, как ушли три первых поколения, как упоминали обладатели знаний, появился этот праздник. Три первых лучших, достойнейших поколений прошли без отмечания этого дня, без выделения этого дня. И невозможно сказать, что это благо, которое было оказано последним поколением, и были лишены этого блага сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и те, кто за ними последовал во благе. Однако, несомненно, это зло, от которого уберег и защитил Всевышний Аллах сподвижников, и были испытаны этим только те, кто пришли после них.
Если бы это было благом, они опередили бы нас в этом, так же, как и опередили нас во всяком благе. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Аллах доволен первыми из числа мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними». Именно они являются первыми, кто раскрыл свои груди для ислама. Они являются лучшими людьми. Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует: «Лучшие люди в моей общине – это мое поколение, затем следующее за ним, а затем следующее за ним». Они не отмечали этот день. И неизвестно, чтобы хоть один из них отмечал этот день. Если же кто-то скажет, что целью этого праздника является популяризация пророка, да благословит его Аллах и приветствует, возвеличивание его, частое упоминание о нем, о его жизни, то ответим ему, что забота о возвеличении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, популяризация его имени. Этим занята вся исламская община на протяжении всей своей жизни. Каждый день. И не определяется для этого один день в году. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Разве мы не возвеличили для тебя твою славу?» Поэтому имя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, упоминается во время азана, ташахуди и во многих других местах, в ежедневной жизни каждого мусульманина. Упоминается Всевышний Аллах в свидетельстве, в шахаде Едина Божия, не иначе, как упоминается после него имя пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И не перестает община ислама упоминать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, слушать его хадисы, читать его жизнеописание, узнавать о его качествах, о его описаниях, о его действиях. Они вместе с ним каждый день. И если целью этого маулида – это возвеличивание имени пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то нет необходимости выделять для этого один определенный день в году. Если же целью является проявить любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, не проявляется ничем иным, кроме как следованием за ним. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда возлюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи». Не является любовью заниматься делами, которые не узаконил Всевышний Аллах в своей религии, утверждая, что это любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Подлинная любовь – это следование за ним, его шариату, его манхаджу. Многие из этих действий во время маулида противоречат шариату. Самое опасное – это чрезмерное возвеличивание пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане Иису, сына Марьям, ибо поистине я никто иной, как раб Аллаха и его посланник». И в другом хадисе сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Не возвышайте меня на ту степень, которую я не заслуживаю. Поистине я всего лишь раб». Раб Всевышнего Аллаха и посланник. Часто бывает во время проведения маулидов, это чтение поэм, посвященных пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в которых содержится чрезмерность в его возвеличивании, в его возвышении выше его степени. И в большинстве не бывает маулидов без чтения этих поэм. Также во время проведения многих маулидов, это битье в барабан, танцы, кружение и многое другое. И как мне говорил один из достойнейших, что во время маулида некоторые бьют в барабан у входа в мечеть, пускаются в танцы и полагают, что таким образом проявляют радость рождению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, научил свою общину одному из правил. И ученые из числа обладателей знаний упоминали о том, что это основа из основ религии. Это основа из основ шариата, на которые опираются ученые. Это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто. Поэтому тот, кто утверждает, что целью маулида это проявление любви к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то она будет отвергнута и не принята от Всевышнего Аллаха, субхану тааля. Потому что Всевышний Аллах не принимает деяния, кроме как оно искренне ради Всевышнего Аллаха и соответствовало сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
И часто бывает так, что многие из тех, кто отмечает Маулид, не упускают в бодрствование эту ночь, ночь Маулида. Однако упускают молитву Аль-Фаджр, как в этот день, как и в другие дни. Упускают обязательные предписания на усердствовать в нововведениях.